Валентина и Владимир Семененко отметили 50, Юлия и Вячеслав Пахомовы 55, а Екатерина и Владимир Платоновы 60 лет совместной жизни, бриллиантовую свадьбу. Поздравлениям родных и близких присоединились глава округа Андрей Иванов и депутат Государственной Думы Оксана Пушкина. Большая радость для нас, большая честь вас поздравить с праздником семьи, любви и верности сегодня. Очень прекрасный семейный праздник, который с каждым годом все становится более масштабным в нашей стране. И 50, и 55, и 60 лет – это все цифры, которые поражают, впечатляют, в хорошем смысле поражают, потому что действительно вы вот такой яркий, живой пример для всего нашего молодого поколения того, как можно, как нужно создавать семью, как сберечь свою любовь в семье, доверие, уважение. Вот даже к вам прикоснуться, чтобы это все в нас вошло, чтобы вы передали это своим детям, потому что вы необыкновенные, у вас лица необыкновенные. Вы чудес. Молодым вручили памятные подарки и поздравительные адреса от губернатора области Андрея Воробьева. А золотые юбиляры Семененко получили медаль за любовь и верность. За чайным столом ветераны семейной жизни рассказали о том, как им удалось на долгом жизненном пути не растерять свежесть своих чувств и сохранить крепкие, уважительные отношения. Ведь всем известно, что строительство семьи – один из самых сложных видов зодчества. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».